Здравствуйте, коллеги. В этом ролике я хочу рассказать о операции выбития основных средств конфигурации 1С и ERP. Вариантов выбития может быть несколько. Это либо списание основных средств, либо продажа. Сейчас конфигурации мы посмотрим, каким образом эти операции отражаются. То есть можно открыть список документов по основным средствам либо в разделе «Внеоборотные активы» документы по основным средствам, либо можно вывести список документов, непосредственно настроив панель навигации. Сейчас я открыл список документов по основным средствам из общего списка. Документы настраиваются по кнопочке «Настроить». И здесь можно выбрать те типы документов, которые будут отражаться. По кнопке «Создать» создается документ списания. У документа может быть операции либо списания полностью, либо частичное списание основного средства. У меня уже готов документ, поэтому я сейчас его открою. И мы посмотрим, что именно можно здесь заполнить, что нужно заполнить для отражения операции. Документ может быть создан либо непосредственно из списка документов, либо на основании документа инвентаризации. Значит, здесь нужно выбрать подразделение, за которым числится основное средство, статья расходов и активов. Списание основного средства. У меня уже она уже настроена. Здесь можно определить аналитику статьи расходов. То есть у меня стоит объект эксплуатации, что логично, потому что потом уже в отчетах можно проанализировать, какие движения были по этой статье расходов. Списание можно делать либо отдельно в управленческом учете, в регламентированном учете, либо в двух видах учета одновременно. Выбираем организацию ответственного, события списания и причина списания заполняется из отдельного справочника, где можно создавать свои элементы, потом уже можно анализировать, по какой причине основное средство было списано. На закладке «Основные средства» мы можем выбрать те основные средства, которые списываем, либо вручную добавляем какое-то основное средство, либо используем механизм подбора, где можно выбрать сразу несколько основных средств, которые мы хотим в одном документе списать. При списании основного средства могут быть оприходованы какие-то материальные ценности. То есть при разборке, скажем, машины, там может быть какие-то запчасти использованы для ремонта других машин, поэтому оприходуются на склад, и на складе появляются уже какие-то материальные ценности, которые были получены в результате демонтажа основного средства. Также из документа можно сформировать акт списания основного средства ОС-4. После проведения документа можно непосредственно уже посмотреть проводки. Эта операция не обязательная. При закрытии месяца они все равно будут сформированы. Но для контроля проведения конкретного документа можно их сформировать. Вот это то, что касается списания основного средства. Теперь давайте поговорим про
реализацию. Также можно открыть список документов из раздела «Внеоборотные активы» того же журнала. Продажа основных средств происходит, отражается двумя документами. Происходит два этапа. То есть сначала мы отражаем подготовку к передаче основного средства, выбираем клиента, контрагента, которому предполагается реализовать основное средство, выбираем организацию, которому, которой принадлежит основное средство, и подразделение, за которым оно числится. На закладке «Основное средство», «Основные средства» мы выбираем то основное средство, которое готовится к продаже. При проведении этого документа рассчитывается стоимость основного средства, которое на момент продажи актуально. То есть вот мы сейчас списываем с 01 счета полную стоимость основного средства и уменьшаем сумму стоимости на уже начисленную, на сумму начисленной амортизации. То есть таким образом через на счете 0109 формируется актуальная стоимость основного средства. Сама реализация отражается в документе реализацию услуг и прочих активов. Его можно ввести на основании документа подготовка к передаче. Также отсюда можно сформировать формулу S1. Вот. И на основании этого документа уже реализация услуг и прочих активов была введена. Можно по ссылке по связанным документам сразу открыть документ реализации услуг и прочих активов. То есть видно, что он сделан на основании подготовки к передаче. То есть все данные, которые были в документе подготовка передачи, то есть основное средство, стоимость, они заполнены. Также заполняются поля клиент, контрагент. Можно выбрать соглашение, если с клиентом есть такое соглашение для этой организации. И здесь уже мы выбираем, заполняем те реквизиты, которые были недозаполнены в документе подготовки к передаче. Вот. Но в основном они уже заполнены на основании этого документа. Документ работает очень похоже на документ реализации товаров и услуг, но счета учета там немножко другие. То есть реализация основных средств отражается в зависимости от статьи доходов, по умолчанию это реализация основных средств отражается на счете 9101. Также в документе формируется движение по взаиморасчетам с клиентом, с контрагентом. И списывается стоимость основного средства со счета 0109, которая была рассчитана в документе подготовка к передаче. Вот таким образом в программе 1С ERP отражаются документы операции реализации основных средств и списания основного средства на расходы. Спасибо за внимание. Ну, рад, что вы посмотрели этот ролик.